Работа на опережение. Сегодня в Илецком районе уничтожили поле дикорастущей конопли. Владимир Попов подробнее о работе наркополицейских. На данном участке местности обнаружено общей площадью около 1,5 гектара. На этой охотничьей делянке в Илецком лесничестве растет картофель и топинамбур. Но царица полей здесь совсем из другого семейства. Целый лес конопли. И в пойменной зоне Урала чувствует она себя превосходно. Вернее, чувствовала до тех пор, пока до нее не добрались сотрудники полиции и госнаркоконтроля. С охотничьей вышки конопляное поле как на ладони. Потереться об известное всем растение очень любят дикие кабаны. Для них это хорошая защита от насекомых. Конечно же, поле это специально никто не сажал, оно дико растущее. Впрочем, по словам сотрудников госнаркоконтроля, растение это все равно наркотическое. В сводках госнаркоконтроля наша область – это регион, который располагает значительной природной сырьевой базой для незаконного производства наркотиков. Даже на глаз видно, что из растений, которые растут на этом поле, можно было приготовить не менее 3 тонн готового продукта. Полей предостаточно и в Илецком районе. И с опасными для общества растениями здесь разбираются с помощью трактора. На сегодняшний день у нас на списочном учете состоит 41 лицо, допускающее употребление наркотических веществ, из которых 4 состоят на учете у врача-нарколога. Местная антинаркотическая комиссия играет на опережение. Период созревания конопли только начался, а любителям вырастить, употребить и продать в полях появляться уже небезопасно. Хозяевам данного участка земли наркополицейские выписали предписание. Растения уничтожили. В следующем году на этом месте конопля вырастет снова. Проблема должна быть решена уже без вмешательства компетентных органов. Впрочем, они все равно проконтролируют. Владимир Попов, Тимур Юсуфбаев, Вести Оренбуржья, Илецкий район.